Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла, Фьюзинкана. Добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. У меня сегодня импровизационное блюдо, так сказать, основное. А так, по-прежнему я питаюсь на 2100 килокалорий, то есть остаюсь в глубоко стабильном режиме уже долгое время. Все это при этом еще и считая, и также взвешивая, и также все это занося в FatSecret каждый день, как говорится. И при этом еще и снимая, и выкладывая на YouTube уже почти полтора года, наверное. В общем, короче, стабильность моя вот во всем вот в этом деятельности, во всей этой связанной с кето, меня лично саму поражает, потому что я по жизни человек такой, ну, как бы, ну, вот, ну, то есть, как бы, мягко сказать, творческий, я бы сказала. То есть, я не люблю однообразие, я люблю разнообразие, я люблю какое-то вот все время изменение, не люблю как бы повторяться, но при этом кето-питание просто вообще перевернуло мое мировоззрение, вообще мироощущение, и я думаю, что это связано только с единственной причиной, потому что оно мне ужасно нравится. Потому что вот это все мне просто вот, ну, само по себе, вся эта практика, она для меня является мотивацией. Потому что мне весь процесс нравится. Процесс даже вот съемки, даже вот этого всего, ну, в смысле вот этого всего антуража вот этого связанного вообще с кето, мне все это жутко нравится. Не знаю, сколько это все продлится. Ну, я понимаю, что жизнь длинная, длиннее, чем все, что мы можем себе представить на самом деле. Но, в общем, пока все это остается вот в том же самом режиме, что и раньше. А что сегодня у меня конкретно на обед? Это капустный салат, сегодня огурец. И тут небольшое количество редички. Редичка тоже, кстати, домашняя. Зелень домашняя. Пищевые дрожжи, рыжиковое масло. В общем, как обычно, здесь практически ничего не посчитано, кроме этой редьки и заправки рыжикового масла. И вот сегодня это так называемое сегодняшнее импровизационное блюдо. Что здесь конкретно? Здесь лесные грибы, они полностью приготовленные были уже, то есть там с небольшим количеством лучка, небольшим количеством маслица, они пожарены. Ну, потушены, пожарены. Лесные грибы там были, типа, там, не знаю, ну, под березовики или под осиновики. Ну, что-то вот такое, какие-то, ну, сборка, короче, всякие какие-то там синявки или как они там называются, короче. Вот, ну, в общем, такие простые грибы, лесные, то есть полностью. И при этом еще, они полностью приготовлены, при этом еще добавлена сюда тыквочка 200 грамм. Тыквочка сюда добавлена только потому, ну, тыква сама по себе, как говорится, прекрасна во всех смыслах и отношениях, и во всех ипостасях. Но и главная причина, почему тыква в этом блюде, потому что ее надо съесть уже. Еще там у меня дофига и больше ее, блин, а уже июнь месяц. Вот. Ну, потому что что-то ее наросло в прошлом году. Дофига и больше, как говорится, слово. Так, и что еще сюда добавила? И самый главный здесь ингредиент. Все это замешано на плавленном сыре. Ну, то есть, опять же, домашнего приготовления. И еще и сливочным маслом, как вы видите, я это сверху еще, так сказать, заполировала. Сливочное масло прям сверху положила. Вот оно все тепленькое. Сейчас растает само по себе. Я просто перемешаю с кем. А, кстати говоря, рецепт, ну, более, так сказать, уже такой, ну, то есть рецепт, в общем-то, можно будет найти, если вы зайдете на мой телеграм-канал. Поэтому добро пожаловать на мой телеграм-канал, он полностью одноименный, ссылка, если что, есть в описании под видео, будет обязательно.
или под любым предыдущим моим видео. Так, что сегодня? Основное блюдо сегодня еще куриные бедрышки. Выглядят они, конечно, что-то не очень. Я что-то их не с той стороны положила, наверное. Ну, в общем, короче, они просто еще и не гретые. То есть они уже приготовлены далеко не сегодня. А греть я, в общем-то, особо не люблю. И еще сегодня купила тыквенные семечки, опять же, со сливочным маслом в прикуску. Любые семечки хороши. Тыквенные семечки, если кто не знал, это вообще супер вещь, на самом деле супер фуд, как говорят, потому что оно совсем не хуже и по этим маслам и всем веществам, допустим, того же авокадо. Но, сука такая, извиняюсь за выражение, дорогие, конечно, они, тем более сейчас, как говорится. Поэтому купила буквально чуть-чучечки. И здесь, но здесь 30 грамм. Кстати, долго пыталась вот это все, весь этот обед как-то сформировать. То есть играла вот с граммами, продуктами и так далее. Вообще планы были совершенно на другие блюда сегодня, кстати говоря. Но в итоге вот это вот все вот так вот, спасибо огромное Fat Secret, вообще, что вот это вот, кстати говоря, надо отдельно сказать, огромнейшее, безумное спасибо вообще, ну, то есть Fat Secret в частности и вообще всем тому товарищу, который придумал счетчики калорий как приложение, потому что на самом деле без них бы никакого кета бы у меня-то точно бы не было. А так они безумно помогают, и все это время, уже более 2,5 лет, счетчики калорий, это все прям, ну, позволяют, особенно именно на кето-питании, где нужно соблюдать пропорцию, они позволяют вообще просто идеальный, прекрасный инструмент. В общем, долго играла это все тем, что курицы столько-то, семечек столько-то. Вернее, у меня вообще, наверное, у меня сначала десерт вообще не вписывался вот в это все, в белки, так сказать, в жиры. Но я таки его впихала, не в смысле, что добавила сверху, а вот все-таки поиграла граммовкой и все-таки впихнула. Поэтому, если кто еще не в курсе счетчиков калорий, если такие еще есть, а бывают вопросы под видео о том, что это такое вообще, и что такое счетчики калорий, и вообще какими, в частности, там я пользуюсь или вообще кто-то. Добро пожаловать! Открываем счетчики калорий, изучаем инструмент, и, как говорится, Бог во помощь и кето в придачу. А так, всем огромное спасибо! Если вы смотрите, если вы нашли мой канал, если вы подписались, если вы еще делитесь, пишите вопросы, предложения и комментарии, заходите на мой телеграм-канал, а также у меня еще есть новый YouTube-канал, который такой развлекательный, где я рассказываю о странных, необычных, мистических, магических, волшебных случаях в моей жизни и даже обещаю скорый выход, выпуск новых видео на канале. Ой, все, можно выдохнуть. Всем привет, пока-пока. Кета рулит, магия вечна. Всем привет, пока-пока.